Вы должны быть радостными и миленькими, как ангелочки. Если сфальшивите, сразу за дверь. Начали? Раз, два, три. Стоп, детка, без тебя. Исчезни. И раз, два, три. Кто такая Марина? У тебя в кармане лежит ее визитка, и ты хочешь сказать, что не знаешь почему? Да. А, так она организатор свадеб. Да. Мы что, женимся? Да. Да, у нас будет свадьба. Только потому, что ты не мог ей признаться? Ты что, с ума сошел? Привет, Алексия. Вы знакомы? Организатором нашей свадьбы будет моя школьная подруга. Школьная свадьба? Подруга? Свадьба не разлучит нас. Карлос, иди к отдарю. Давай, отлично выглядишь. Если что, я знаю хорошего адвоката по разводам. Скоро в кино.